В нашем городе при поворотах на некоторых светофорах возникает путаница. Можно ехать или нет? Ведь ты оказываешься перед красным сигналом. Хотя основной регулировщик горит зеленым. Подскажите, как в таких случаях действуют правила? Ну, смотрите, на сегодня есть изменения в ГОСТе. Сделали новые светофорные объекты. На некоторых перекрестках установлены дополнительные светофорные объекты с целью улучшения видимости для водителей. Увеличена дополнительные линзы поставлены на светофорных объектах. Если раньше было с одной стороны на светофорном объекте установлены линзы красный, желтый, зеленый сигнал светофора, то на сегодняшний день с двух сторон установлены линзы для того, чтобы для улучшения видимости водителю было, потому что когда водитель подъезжает к стоп-линии на легковом транспорте, зачастую ему не видно сигнал светофора, потому что закрывает. И поэтому сегодня установлено так, что на встречном так же само установлены линзы светофора, для того, чтобы водитель видел сигнал светофора, красный, либо желтый, либо зеленый. Когда водители совершают маневр, поворот направо, либо налево, например, с Комсомольска, либо с Пушкина улицы, в сторону, допустим, там 5-го километра, в сторону Михайловки и так далее, на Некрасово выезжают, они обязаны проезжать на свой разрешающий сигнал светофора, допустим, делают маневр поворот направо либо налево, едут без всяких остановок. Если на перекрестке перед светофорами расположены на пути следования водителя имеются стоп-линия, именно на пути следования, стоп-линия, знак 616, водитель обязан остановиться перед каждым светофором.